Ох, черт. Развернись, бурундук. Очнись. Бурундук. Давай, вставай, все нормально. Перед тем, как начнем, скажу вот что. На сервере LadyCraft сейчас раздача подарков. Получить ключ от подарочного кейса, ну, проще простого. Заходишь, в общем, на сервер LadyCraft, выполняешь задание, которое написано на спавне, и все. Ключ твой, а еще я там играю, да. IP есть в описании, а сейчас ролик. 13-я тайна выходит в пятницу. Совпадение? Нет? Ай, дай шут с ним, ставь лайк за новую серию и полетели. Буря, чё это было, а? Да тише, тише, он просто тебя испугал, всё нормально, бурундук. Ладно, ну кто это? Что произошло? Что он сделал со мной? Успокойся, я все тебе объясню и расскажу, но чуть позже. Окей. Старайся сохранять спокойствие, оно нам сейчас нужно. Я не могу, Буря, он остров сломал, он перемещается, что с ним делать? Успокойся, говорю тебе, что ведешь себя как девчонка? Мы с тобой что ли не справимся с этим? Я же сказал, что все объясню тебе и расскажу. Сейчас нужно успокоиться и принять нужные и правильные действия. И я, бурундук, знаю, кто это и что нам нужно делать. Я все тебе расскажу, но сейчас делай то, что я говорю, пока мы не окажемся у меня на корабле. Ладно, Буря, извини, правда, что ты поддался эмоциям. Что делать-то будем, Буря? Послушай, мне нужно место, где погибла Джейн, срочно. Я, по-моему... Ну я знаю, это на этом же острове. Отлично, веди меня туда прямо сейчас. Хорошо, Буря, без проблем. Мне немножко нужно сориентироваться. Пойдем повыше. Где-то здесь мы сражались с монстрами, с Джейн, значит... Да, вот. Пойдем, я нашел. Вот это место, Буря, но зачем? Зачем оно тебе? Сейчас и узнаешь. Вот оно, вот это место, Буря. Здесь я виделся с ней в последний раз. Где он, Джейн? Где он может быть? Я знаю, что ты где-то его оставила, но что? Где? Что ты ищешь? Клочок бумаги, бурундук, клочок бумаги. Скажи мне где, хоть какую-то подсказку. Но где? Куда она его могла подевать? Она не могла его забрать с собой. Бурундук, мне нужен ее корабль. Скажи, что ты знаешь, где он. Буря, я знаю. Но что за клочок бумаги? Может, я его находил уже, ну... Скажи! Я не уверен, что случайно бы ты его нашел. Я уверен в том, что Джейн припрятала его как следует для меня. Бурундук, мы с ней искали координаты, но мне пришлось отплыть, и она продолжила одна свои приключения. Никто даже и не догадывался, что мы с ней додружим. Она скрывала это хорошо, говоря, что так лишь знакома со мной. Я до сих пор поверить не могу, блин. Буря, у меня просто куча вопросов. Не до вопросов сейчас, потом пообщаемся. Бурундук, важно сейчас найти этот клочок бумаги. Расскажи мне, как она очутилась тут, почему она не на своем корабле? Буря, это долгая история, на них там и призрак напал, и... Все тайное мы прячем под кроватью. Так она говорила мне. Возможно, бурундук, нам не придется плыть до корабля. Ох, Джейн, я надеюсь. Я его нашел, бурундук. Теперь нам нужно вернуться на корабль. Этот чудик может появиться в любой момент. Пойдем. Падай на диван, сейчас расскажу тебе все, что знаю. Знаком я с этим чудиком, бурундук. Его зовут Псайдж. И он, скажу я тебе, вообще отбитый на всю голову. Говорят, что за ним стоит кто-то покруче, но я мало в это верю. Невозможно быть хуже такого, как этот баклажан. А чего он вытворял-то вообще? Ну вот тебе первая история. Несколько лет назад, вечер, в ничем не примечательном доме играют двое ребятишек. Родители их оставили, уйдя ненадолго к соседям. Ребята заигрались и разбежались кто куда. Один паренек прыгал на батуте. Псайдж появился и мгновение подрезал ему сетку, сделав внизу яму. Мальчик даже не успел что-либо понять. А второго, он просто телепортировался вместе с ним. Все это заметила соседка из окна, даже не понимая, что это было, рванула сначала к дому, никого там не найдя, побежала к родителям.
И знаешь, даже не странно, что родители начали винить ее, что, мол, не помогла, не позвала раньше, ведь как в такое поверишь вообще? Ну и с тех пор парней так нигде и не нашли. Это мне Джимбо рассказывал. А через месяц после этого он начал донимать обычного трудягу. Мужик жил один, никого не трогал, мирный был, работал себе, доработал. Вот, наверное, поэтому он на него и напал, говнюк. Всех только по одному и может, пусть со мной один на один выйдет, ответит за Джейн и всех, чья гибель на его плечах. Трус! Успокойся, Буря. В общем, начал он донимать этого работягу день за днем, появлялся и пугал его. Естественно, мужик рассказал другим, пытался подмогу позвать, но над ним только смеялись. Не было у него хороших друзей или близких. В итоге псач довел его, мужик, не выдержав, оставил записку, где все описал, добавил, что больше так не может, и ушел в лес. Продолжение, думаю, рассказывать смысла нет. Затем ученый врач, хороший дядька такой, но все его странным считают, он сейчас жив. Изобретал раньше лекарства, лечил всю деревню от разных болезней. Появился псач, спалил его дом вместе со всеми лекарствами и разработками. Врач, естественно, также все рассказал, но его считали странным и тоже никто не поверил. Никто, кроме Джимба. Знаю, что у тебя и про Джимба много вопросов, Бурундук, но о нем позже, хорошо? Сейчас нужно сосредоточиться на говнюке, решить с ним проблему, а потом и поболтаем мы с тобой по душам. А иначе жесть эта так и будет продолжаться. И никто не понимал, зачем все эти смерти, но мы, кажись, догадались. Псайдж создал себе 3 крестража, а как мы знаем, чтобы создать крестраж, нужно отдать жизнь взамен, что он и сделал, не моргнув и глазом. Я, Джейн и Джимба, мы охотились за ними, но... Как видишь, остался только я один, а крестражей все еще 3. Хотя, Бурундук, ты вправду уничтожил кинжал? Ну да, я скинул его в жерло вулкана. Джейн говорила, что только так его и можно было уничтожить. Но как? Как ты это сделал? Почему он не погубил тебя, если даже Джимба не справился? Хотя ладно, неважно это сейчас. Просто... Еще одна история тебе. Ночь, лагерь, 6 человек, 4 вооруженных военных. Псайч убивает каждого, не затронув ни одного из них. И угадай как? Он просто появляется и подкидывает этот кинжал. Через 2 часа все мертвы. Они переубивали друг друга из-за этой железки. А после он снова появляется, просто забирает кинжал и исчезает, полюбовавшись своими деяниями. Поэтому он и не боялся оставлять его где попало, в отличие от других крестражей, которые он прячет. Кинжал губил всех подряд, а тут появляешься ты и запросто избавляешься от него. Ну, не сказал бы я, что это было прям просто, но это же я, мне фиг одолеешь какой-то железкой, ты ведь знаешь, ты такой же. И все равно это странно. Тогда вот почему он появился, Бурундук. Он узнал об этом. Возможно, он испугался. Он боится, что мы доберемся до остальных. У меня есть светилка, которой Псайч опасается. Ей-то я и отпугнул его, когда ты вырубился. Он вообще не очень свет любит. И пока это единственная его слабость, которую я знаю. В общем, да, кинжал был одним из крестражей. Второй, насколько мне известно, спрятан под одной из обычных деревень. У меня есть догадки, какую конкретно он выбрал деревню, но почему именно ее, я не знаю. Он придумал там потайной ход и оставил 2 колдунов его охранять, что они сейчас и делают. Этот крестраж мне не удалось пока отыскать. Мы тогда с Джейн решили разделиться. Я уплыл за ним как раз, а она справлялась с кинжалом. Но я не успел доплыть. Узнав о клоуне и о тяжком состоянии Джейн, я поспешил вернуться, но... не успел. Ты не представляешь, как я корю себя после этого. Ведь идея разделиться была моя. Эх, сейчас бы все вернуть обратно. Ну а последний крестраж находится неподалеку. Его Джейн отыскала. И отгадай, куда ведут координаты, написанные на листке, что мы нашли. Вот почему этот клочок бумаги был мне важен, Бурундук. Псайч очень опасный, безжалостный и коварный соперник. Но мы обязаны остановить его, слышишь? Если не мы, то никто.
Я готов отдать жизнь ради... О, вот только не надо. Спасибо. Разок уже отдал. Хватит. Не переживай ты так, разнесем его, как нефиг делать. Я еще сейчас свяжусь с одним стареньким пуз... Эй, зачем ты... Что? Ты предал меня? На самом деле, ты вырубился не из-за страха на острове. Это я ударил тебя по голове. Бурундук, он пообещал возродить Джейн, если я помогу. Поэтому прости. Нет! Нет! Ты называл меня братом! Ведь ты это я, как ты мог!